Свой подъезд жители 56-го дома по улице Верхняя Черепанова называют самой настоящей газовой камерой. Всему виной покраска стен цокольного этажа. Косметический ремонт начался еще на прошлой неделе, тогда же и закончился. Но вот проблема с запахом краски осталась. Ядовитые пары стен попали в подъезд семиэтажки, потому что цоколь от квартир собственников по правилам пожарной безопасности отделен только решеткой. Но все же едкий запах до сих пор вызывает много недовольств среди собственников 8-го подъезда. Запах все сильнее и сильнее. Я астматик, у меня группа, третья группа. У жены после 2 инсультов. Давление, все у нас, голова, все разрывается, мы не знаем, что делать. По словам пенсионера, предупреждения о начале ремонтных работ не было. Об этом они узнали только тогда, когда почувствовали химикаты. Но на просьбу повременить с ремонтом до весны, когда будет тепло, вовсе ответили с издевательством. Я и задал вопрос, вы что, нас хотите так травить, как фашисты травили в камерах газовых людей? Ну что, сейчас такая краска, что я сделаю? В присутствии съемочной группы руководитель управляющей компании Ольга Иванкова разговаривает совершенно иным тоном. Правда, комментировать на камеру конфликт с жильцами отказалась. Почему такая ситуация произошла? Потому что в доме, как выяснилось, живут люди с астмой, люди-инвалиды, и на них весь этот запах влияет очень плохо на их здоровье. Вы понимаете, подъездом идет? По словам Ольги, покраску стен пришлось начать из-за жалобы одной из жительниц цокольного этажа. Впрочем, возникает только один вопрос. Для кого тогда работает управляющая компания? Начать ремонт в подъезде, дождавшись зимы, причинив своими действиями одни неприятности. Так что пока ремонт не в радость. Вероника Самойлова, Михаил Корзняков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ.